как бы есть. Я прошу прощения у всех за задержку. Я это психотерапевт Александр Данилин. Да, и поздравляю всех с Новым годом. Техника, как всегда, меня немного подводит. Прошу прощения. Вот. А начать бы я хотел с того, что перед самым Новым годом у меня маленький праздник, вышла книжка, давно обещанная мной в разных передачах. Называется книжка «Миф о шизофрении». О чем эта книжка? Ну, в общем, об одной большой ошибке человеческой логики. О том, что диагноза шизофрения, единственного диагноза, от которого нас лечат отечественные психиатры, не существует. Это миф, литературная метафора. Или на худой конец фейк, как сказали бы сейчас. Фейк, который сложился около 100 лет назад, и который стал символом веры моих коллег, если не выразиться покрепче. Я рассказываю о том, почему слово «шизофрения» не является никаким диагнозом, и о том, наверное, что должен понимать человек, чтобы не сойти с ума, и что должен понимать человек, с которым произошло что-то, что доктора интерпретируют как сумасшествие. Конечно же, эта книга адресована не врачам. Врачам их читать, ее читать вредно. Они могут потерять свой символ веры. Она адресована пациентам в первую очередь, поскольку я надеюсь, что смогу кому-то помочь. Для меня это важное событие, это итоговая книга. Как ее проще всего заказать? Ну, во-первых, учтите, пожалуйста, господа, что тираж очень маленький. Удалось напечатать только 1000 экземпляров. Как бы на большее не было денег. Поэтому книг мало. И проще всего и дешевле всего ее заказать, открыв сайт, не канал YouTube, а сайт «Серебряные нити», на канале есть ссылка. Там есть раздел «Книги» на передней странице. И в этом разделе не надо заказывать по интернету. Да, мы старые. Там в этом разделе есть телефон издателя. Сверху, прямо в верхней строке. Сейчас я попробую перейти на сайт. Я его сам никогда не помню. Вот есть раздел «Книги». Запишите 8-495-410-15-99. 8-495-410-15-99. По этому телефону можно позвонить и заказать у издателя книгу. Это будет дешевле всего. Ну, конечно, те люди, которые приходят ко мне, в мой маленький кабинет на Арбате, те могут получить эту книгу с моим автографом, само собой. Вот такой самый простой способ. Я думаю, что она в ближайшее время появится в магазинах. Пока до конца праздников не знаю, появится ли она там, только-только появилась. Поэтому проще всего сделать так, как я рассказываю. Хорошо? Вот, это мое маленькое новогоднее событие, и, между прочим, оно имеет отношение к тем, даже к тем вещам, о которых я буду говорить сегодня. Поэтому пока, по-моему, в разделе книги, нет, в разделе самом ее не разместили, но телефон, вот этот 8-495-410-15-99, он там есть в этом разделе, а информация о книге более подробная есть на первой странице сайта «Серебряные нити». И там же есть еще один телефон издательства «Исолок». Еще раз,
Издательство «Исолок» не очень хорошо работает с интернет-заказами, поэтому лучше звоните по телефону либо тому, который я продиктовал, либо потому, что указан на первой странице сайта «Серебряные нити». Хорошо? Вот такая история с книгой. И давайте вернемся к тому, чего всем не хватает. Ну, по крайней мере, в Москве как-то всем очень хочется мороза. И я думаю, что это связано не только с желанием, чтобы выглянуло солнышко, и чтобы на улицах стало как-то почище, чтобы они украсили снежком, но и с какими-то более древними, глубокими, архаическими желаниями человека, которые очень точно передает русская сказка «Морозко», которую по большей части мы знаем во вполне корректном пересказе Алексея Толстого. Вот первое издание этого пересказа с рисунками замечательного Петра Афанасьева, однофамильца, конечно, Александра Афанасьева, составителя сборника знаменитого «Русских сказок», в издательстве Иосифа Кнебеля, в замечательном детском русском издательстве начала прошлого века, в 1912 году эта книжка увидела свет. Вот, и суть сказки, я даже не знаю, стоит ли его пересказывать, вы, наверное, все знаете. Вот, существует около 40 русских разновидностей сказки, около 30 украинских. Суть их, в общем, очень проста в основном. Есть работящая, скромная падчерица, которую зовут Марфа, Марфушка. Девушка, она терпеливая, безропотная. Очень она раздражает мачеху, которая желает от нее избавиться, приказывает мужу отвезти ее в лес на санях и там выдать замуж за Мороза. Старик, как принято, не смеет ослушаться свою сварливую жену. Он привозит дочку в лесной бор, оставляет ее замерзать около большой сосны. Но появляется Морозко, и трижды, это самое главное, трижды спросив у Марфушки, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная, вы это все знаете, она отвечает ему на это корректно и замечательно. Она говорит: да, тепло, дедушка, тепло, батюшка. Ой, тепло, голубчик Морозушка. Уже последний раз она говорит это чуть слышно в сказке Афанасьева. Тут Морозка жарился, окутал девицу шубами и отогрел одеялами. Вот, приехавший на следующее утро старик нашел ее живой, на ней шубу хорошую, фату дорогую, цитирую я афанасьевский 95-й вариант, и короб с богатыми подарками. Не говоря ни слова, старик сложил все на воз, сел с дочерью и поехал домой. Приехали домой, и девица бух в ноги мачехи. Старуха изумилась, как увидела девку живую, новую шубу и короб белья. Сука, не обманешь меня. Вот спустя немного старуха говорит старику: увези-ка моих дочерей к жениху, он их еще не так одарит. Ну, в общем, знаете дальше, что, в общем, недовольны оказываются девки, родные дочери. Ругаются друг с другом, а потом Морозко спрашивает, тепло ли вам девица. Они отвечают: мы замерзли, ждем суженого, а он окаянно сгинул. А Морозко, он сверху на дереве спускается постепенно к ним.
спрашивает второй раз, они отвечают грубо: «Поди к черту, разве слеп? Видишь, у нас и руки, и ноги отмерзли. Морозка еще ниже спустился, приударил и сказал: тепло ли вам, девицы? Убирайся ко всем чертям в омут, сгинь окаянный!» И девушки окостенили. Ну и поутру старик привозит их мертвыми. Старуха рогушку отвернула, опахала, сняла и деток мертвыми нашла. Ну и во всем она, конечно, обвиняет старика. Есть, кстати говоря, и вариант, в котором мачеха потом примиряется с Марфушкой, и, в общем, живут они дальше хорошо. «Терпи, девица, терпи» – смысл сказки, пишет Яфая у нас на форуме. Я хочу сказать, что на самом деле смысл этот, на мой взгляд, куда глубже, потому что сказка эта передает то, что на самом деле и называли на Старой Руси Новым годом. Это сказка новогодняя, и сказка эта связана с очень древними предчувствиями и ожиданиями русского человека. Наверное, их проще всего назвать языческими. Вот если вы задумаетесь, то в некоторых это художника Ажиганова, такая, на мой взгляд, совершенно потрясающая картина, которая, наверное, передает смысл того, о чем говорила Яфая. А я хочу сказать, что все сложнее. Та ли самая девушка, отец, ту ли самую девушку привезет обратно к матери с коробом подарок, и, в общем, привезет-то он уже богатую невесту, а не задрипанную Золушку. Есть важнейшая часть сказки. Что же все-таки происходит в ней? Почему терпи, девица? Ну, в общем, потому, что вся эта история удивительно похожа по смыслу своему на крещение, только это крещение морозом. А правда, вот если вы немножко задумаетесь о смысле крещения, я хочу сказать, что все знают, в чем смысл Нового года. Да? Это обновление времени. Это гибель старого времени и начало нового времени. Так вот, были времена, собственно говоря, они до конца еще и не прошли во внутреннем психологическом измерении, в котором это воспринималось буквально. Времени как такового не было у замечательного, горячо любимого мной Мирча Илиады. Вот он был такой, да. Вот эта фотография его в библиотеке. Я всегда... Для меня это и есть Новый год. А остаться наедине вот с такой кипой бумаг и книг для того, чтобы о чем-нибудь подумать. Как-то так, да. Как-то исчезли эти времена. Прошли, но думаю я, что не пройдут они никогда. И будут повторяться вечно, вечно для тех людей, которые ходят в библиотеки. Вот, или любят запах
старой бумаги, поэтому столько времени держу эту фотографию. Так вот, он посвятил Илиаде этому книжку небольшую, которая называется «Миф о вечном возвращении», которая очень много для меня значит на самом деле, и которую я сегодня несколько раз процитирую, с вашего позволения. Вот это все, что пишут на форуме, а поговорка есть: за одного битого двух небитых дают, именно девица терпи, а дед издеваться будет. Я хочу сказать, что древние новогодние ритуалы, они могли смещаться по времени, они, да, могли быть в день весеннего солнцестояния, в день зимнего солнцестояния, в эту вот странную, очень странную и очень символическое отсутствие времени. Вот обратите внимание, да, на разницу между католическим 25 декабря по юлианскому календарю Рождеством и 7 января, как справляем Рождество мы по григорианскому календарю. А вот эти две недели, которые между ними, правда, это такие две недели потерянного времени. Помните сказку Шварца о потерянном времени? Вот две недели потерянного времени, его нет нигде. И это время, в которое, по старинным преданиям, возвращается хаос, который был до творения. Без времени это время, когда появляются чудовища, древняя ассирийская Тиамат, гигантский дракон, из тела которого Бог создал потом живых существ. А чем? Ведь, понятное дело, что у нас отменили официально декретом празднование Рождества в 22-м году, и мы стали праздновать только Новый год, и он-то долгое время был под запретом, и только потом, совершенно неожиданно, в 35-м году, можно очень долго это все рассказывать, но я об этом не буду. Я о том, что на самом деле очень многие люди в мире, в том числе и в католическом, достаточно строгом, да, религиозном мире, они любит праздновать Новый год. И Рождество – праздник уличный, а Новый год – праздник домашний. Но, тем не менее, все его любят и празднуют. И поэтому в нашей стране совершенно точно гораздо больше людей празднуют Новый год, чем Рождество. И вообще, Новый год – это праздник официальный, государственный, а Рождество – Да, спорный, потому что у нас же церковь отделена от государства. Ну ладно, это оставим юристам и всяким разным, вот всякой разной юридической демагогии, а я хочу сказать следующее. В древности, в Новый год проходило довольно много ритуалов. И главное в этих ритуалах, вот, замечательным подтверждением Илиада считал праздник Акиту. Это новогодний праздник, который праздновался в Вавилоне. Вот. Во время церемонии Акиту, длившейся 12 дней, в храме Мардука в торжественной обстановке многократно декламировали поэму о сотворении мира. Там происходила реактуализация сражения между Мардуком и морским чудовищем Тиамат, состоявшимся в те священные времена. Победа Мардука в этом решающем поединке положила конец хаосу, и из тела Тиамат Мардук создал космос, упорядоченный реальный мир. Так вот, ежегодный праздник Нового года в Вавилоне был посвящен тому, то есть все происходило снова. Некоторое время заканчивалось, наступал хаос, и в этом хаосе с помощью ритуала
создавалось новое творение, совершенно новая, другая жизнь. Старая буквально умирала вместе с его грехами, болезнями. Между прочим, когда в очень многих традициях, сейчас нет возможности перечислять, когда шаман или колдун заговаривал болезнь, он читал миф о сотворении мира. Почему? Потому что сначала мертвая вода, а потом живая. Сначала человек должен умереть, а потом восстать из этого ритуала другим, новым. И поэтому именно с Новым годом были связаны дни инициации, как духовной инициации юношей и девушек во взрослые. Старое время, детское время умирало, и наступало новое время, новая жизнь, взрослая жизнь. Почему мы зажигаем, например, новогодние свечи? На елке ведь когда-то горели свечи, это же понятно. Не всегда же были электрические лампочки. Потому что и огонь, он мигает, да, он то гаснет, то вспыхивает вновь. Это ритуальное очищение, буквально сгорание прошлого. В огне страшного дракона, ну, в вавилонском мифе дракона Тиамат. Простите, да, наверное, книжка важная, поэтому что-то давно у меня не было с такими перебоями стримов. Ну, ладно, будем надеяться, что мы смонтируем это дело в единую запись. Хорошо, меня слышно, видно, значит, тогда продолжаем. Я хочу сказать, что смысл новогодних ритуалов в очищении. Между прочим, к этим ритуалам связаны не только ритуалы, связанные с погашением и выжиганием огня, или театрализованные изгнания с помощью шума и яростной жестикуляции демонов и болезней. Читаю я Мирчу Илиады. Но и изгнание козла отпущения, роль которого исполняет животное человек. Но универсальное значение церемонии Нового года, правда, как и значение каждого из составляющих ее элементов, вполне понятно. При расчленении времени и выделении его единицы, именуемой годом, мы присутствуем не только при действенном прекращении определенного временного интервала и в начале нового интервала, но также при уничтожении прошедшего года и истекшего времени. Таков смысл ритуальных очищений. Это именно сгорание, уничтожение грехов и ошибок индивида и всей общины в целом, а не просто очищение. Возрождение, как указывает само название, является новым рождением. В основе ежегодного изгнания грехов, болезней и демонов лежит попытка восстановления, пусть даже краткосрочного, изначального мифического времени, чистого времени, времени мгновения творения. Весь Новый год – это возобновление изначального времени, то есть повторение творения, повторение космогонии.
Ритуальные сражения между двумя группами статистов в присутствии умерших. Сатурналии и оргии являются теми элементами, которые по названным причинам свидетельствуют о том, что в конце года, в ожидании наступления Нового года, повторяются временные мифические эпизоды перехода от хаоса к космогонии. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что даже в детских иллюстрациях к сказке «Морозко» новых вы можете видеть, да, как дракон дышит огнем, так и Дед Мороз, Морозко, дышит морозом. Конечно же, вариант очищения от грехов морозом – это некоторый вариант самого настоящего русского крещения. Никогда не слышали фразу «крещение морозом»? Нет, не попадалась она вам. А ведь само крещение водное когда-то было довольно серьезным погружением под воду, а не легким омовением в воде. Это было утопление или состояние на грани его. То есть оно приравнивалось к ритуальной смерти человека, за которым следовало его новое рождение. Вот что пишет Илиада. На космическом уровне крещение равно потопу. Это отмена границ, слияние всех форм, отход в бесформенность. И ссылается, между прочим, на Ефрема Сирина. Ефрем Сирин, разумеется, собственными глазами наблюдал ежегодное повторение мистерии творения и попытался ее объяснить. Цитирует он Ефрема Сирина. «Господь заново создал небеса, потому что грешники поклонялись небесным телам. Он заново создал мир, оскверненный Адамом. Он создал новое творение с помощью своей слюны». Это цитата из Ефрема Сирина. Мороз, конечно, равнозначен смерти. Природа умирает, становится бесформенной, однообразной, покрывается снегом. И мы хотим снега, потому что это очищение. Мир, Москва, ее центр сакральный, лишается грязи, которую он покрыт, очищается, возрождается под снегом. И поэтому я уверен, например, что Марфуша, которая возвращается в деревню богатой невестой, даже несмотря на то, что она бухается в ноги мачехи, она вежливая девушка, она, в общем, другой человек, не та несчастная, забитая рабыня, которая уезжала жениться на морозе. Поэтому в новогоднюю ночь исполняются все мечты. И поэтому, как проведешь новогоднюю ночь, такой таким будет и весь год. Я хочу сказать, что потому что в эту ночь, по очень древним поверьям, существовавшим задолго до христианской эпохи, время очищалось в эту ночь, и человек мог создать из бесформенности, из хаоса то, что он хотел. Как это, собственно говоря, завуалировано, поскольку такое циклическое течение времени, это время языческое, да, потому что у авраамических религий, то есть у иудаизма и у христианства, появляется история, а архаический человек как таковой истории не имел.
Он все время жил в одном и том же времени. Это было время совершения ритуальных действий. И, между прочим, жить в таком времени было проще. Все существенные действия, которые делал человек, производил человек, были сакральными. Они действовали, человек действовал так, как было установлено богами. Боги спускались на землю и научили человека определенным образом удить рыбу, определенным образом охотиться, определенным образом собирать травы. Вы знаете, между прочим, да, о том, что все лекарственные травы с точки зрения истинного христианина и в заговорах, и наговорах русских, они ценны тем, что впервые их нашли на горе Голгофе. Именно так это выглядело. Целебная трава – это трава священная, это трава, найденная у христиан на Голгофе. Да? У греков, например, первыми целебные травы нашли боги. Да, и мы благодарим Афину за то, что мы собираем траву, которую первой нашла она, которая будет исцелять какую-то человеческую болезнь. Так вот, в этом сакральном времени жить было проще, потому что на самом деле времени как бы не было. Человек старел и умирал совершенно внезапно, и эта внезапность была, несомненно, волею богов. А как бы все то, что мы проделывали в течение года, это было повторение некоторых сакральных действий, повторение того, чему нас научили боги. И в случае, если человек поступал, обратите внимание, это тоже можно понять, опираясь на сказку Морозко. Если человек поступал индивидуально, по-своему, не так, как заповедовали боги, то вернуть ситуацию назад было очень просто, потому что для этого нужно было покаяться в грехах, выполнить определенные ритуалы. Эти ритуалы очищали и возвращали человека на путь истинный в циклическое время. И как бы все, любые ошибки можно было исправить. В некотором смысле, и это тоже очень важно понимать, конечно же, Марфушенька или героиня другого варианта народной сказки умирают, то есть погружается в небытие, и это некое, и потом согревает, возрождает ее из холодной смерти, так и хочется вспомнить законы термодинамики, из холодной смерти возвращает ее Морозко, согревая ее шубками, приводя ее в свой дом в некоторых вариантах. Помните, это уже есть только в фильме, когда она, убираясь в доме, хватается за чудесный жезл Морозко и снова замерзает. Художник Чугунов просто. В сказке, конечно, таких деталей нет. Они дописывались позже. Мне очень нравится замечательные иллюстрации к сказке, нарисованные гениальным Иваном Билибиным в 1932 году. Вот он сделал эту иллюстрацию в Париже. Я хочу сказать, что вы не обращали внимания на странную очень вещь. Она кажется
абсолютно очевидный, но отчетливо чувствуется в сказке «Морозко». А, еще раз процитирую Мир Чавелиада. «Таким образом, люди тяготели в циклические времена к эталонному и парадигматическому типу поведения. Подобная тенденция может показаться парадоксальной в том смысле, что человек на архаической стадии развития осознавал себя реально существующим лишь тогда, когда переставал быть самим собой. И довольствовался тем, что воспроизводил или повторял поступки другого богов или героев собственных мифов и преданий. Иными словами, он не осознавал себя реально существующим, то есть ощущал себя самим собой только в той степени, в какой он переставал им быть». А, ну, конечно, тут Илиада вспоминает платоновскую структуру, да, и именно Платон первым сумел оценить вот это поведение людей на архаической стадии развития общества. Но в нас этот парадокс существует в некотором смысле. Надо пройти через маленькую смерть. Надо замерзнуть, уничтожить свою «я». И вот для этого надо обладать терпением. Я бы сказал примерно так. Современному человеку очень хочется быть героем. Самым лучшим, заметным, популярным, вести за собой толпу. Но только он забывает все время, что для того, чтобы это произошло, придется очень многое вытерпеть. И вытерпеть, в первую очередь, если хотите, унижение, уничтожение себя. Ну, например, ради жизни людей. В некотором смысле ситуация с Марфушей напоминает жертвоприношение, правда? Мачеха приносит жертву Морозу. И когда Мороз эту жертву принимает, она отправляет своих избалованных дочерей к нему. Кстати, в этом тоже есть свой очень глубокий смысл. Но и любое жертвоприношение не просто в точности воспроизводит, пишет Илиада, изначальное принесение жертвы божеством в начале времен. Оно совершается в то же самое мифологическое первовремя. Иными словами, всякое жертвоприношение повторяет жертвоприношение изначально и совпадает с ним по времени. Она отправляет Марфушу в совершенно особое сакральное время, в котором, если жертва вытерпит свое положение жертвы, она получит возрождение, изменение. Это очень странные день или очень странные дни, если хотите, новогодние дни. И, между прочим, есть у меня мнение, что наша традиция в усмерть, обратите внимание, в усмерть напиваться во время новогодних праздников, это повторение все того же самого новогоднего деяния, стирания индивидуальности, стирание личности ради того, чтобы вести себя
как боги. Я хочу вам сказать, что на самом деле пытаюсь найти, как всегда, потерянную мной во время перезагрузок цитату. Вот она. Интересно отметить, что состояние блаженства, наслаждения, эвдемонии, является имитацией удела богов, не говоря уже о различных типах энтузиазма, героического энтузиазма, возникающих в душе человека через повторение определенных действий, которые совершали боги in illo tempore в изначальные времена. Деятельность бога, чье блаженство превосходит все чисто созерцательно, и среди видов человеческой деятельности самой блаженной является та, которая более всего приближается к деятельности божественной. Никомахова этика. А насколько возможно уподобиться Богу, настолько ты получишь наслаждение от жизни. Ты этот 1770 год. А «Хэк хоминис эст перфекцио». Similitude Dei – человек, уподобившийся Богу, совершенен, святой Фома Аквинский. Что такое счастье? Это когда, в соответствии со старинным тостом, наши возможности совпадают с нашими желаниями. Когда мы чувствуем себя всемогущими, когда наши желания выполняются, и нам кажется, что мы почти боги. Ну, обычно приходится падать с высот этого счастья. Но удивительно, мы все время пытаемся обнаружить себя, свое счастье в индивидуальности, а счастье в потере себя. Не моя, но твоя воля пусть будет. В приближении к чему-то, мы не помним к чему, что делали боги. И мы так с таким напряженным ожиданием ждем этого праздника, потому что надеемся, что все изменится к лучшему, что ветхий год, ветхий мир состарится и уйдет, а придет новое время, новый мир, где наши желания будут совпадать с желанием Бога или богов. Вот, кстати, приводит Илиады по поводу трав. Формулы христианской народной магии восходят к древней традиции. В Индии, к примеру, трава капитака излечивает половое бессилие, ибо Гандхарва использовал ее, чтобы вернуть Варуне его мужественность. Следовательно, ритуальный сбор трав – по сути повторение действий Гандхарвы. «О, ты, та трава, что выкопал Гандхарва для Варуны, утратившего свою силу мужскую, мы тебя вырвем». От Хрововеда, часть 4. Длинное обращение к траве, содержащееся в парижском папирусе, подчеркивает ее исключительную значимость. Прежде чем сорвать траву, ты была посеяна Кроном, собрана Герой, сохранена Амоном, рождена Изидой, вскормлена Зевсом, дожденосцем. Ты выросла благодаря солнцу и росе. Для христианина врачебные травы, простите за повторение, обладали своими свойствами благодаря тому, что впервые были найдены на Голгофе. В древности люди считали, что целебными свойствами травы обязаны тому, что впервые были найдены богами. И вот еще одна вещь, она больше
связано с моей профессией. В строгом смысле этого слова, где и как современный человек может потерять себя, свое «я» и уподобиться богам? Да только в том состоянии, которое мы сегодня называем психозом. Для древнего человека это не болезнь, а в некотором роде высшее состояние души. Можно я свою книжку чуть-чуть почитаю? Сейчас найду. Вот нашел. Это я пытаюсь... Тут маленькая главка о взаимоотношениях психиатрии и церкви тоже есть. Как писал, например, митрополит Антоний Блюм, нельзя сказать, что где-то кончается душевное и начинается духовное. Есть какая-то область, где самым нормальным образом совершается взаимное проникновение. Протоиерей Владимир Воробьев пишет: «Священник должен объяснить человеку, что болезнь душевная – это не позор, это вовсе не какое-то вычеркнутое из жизни состояние. Это крест. Для человека не закрыто ни Царство Божие, ни благодатная жизнь». А святитель Игнатий Брянчанинов напоминал: «Святой Нифонт, епископ, 4 года страдал умоиступлением. Святые Исаакий и Никита долго страдали умоповреждением. Некоторый святой пустынножитель, заметивший возникшую в себе гордость, молил Бога, чтобы попущено было ему умоповреждением и явным беснованием, которое и попустил Господь смиренно мудрому рабу своему». А психоз, безумие, шизофрения, лишь форма существования гордыни, только... В этом особом состоянии сознания человек может вернуться во времена оны и почувствовать себя героем или богом, если в жизни он окончательно унижен и не состоялся никак, потому что допустить в себе такого состояния человек не может. И тогда удивительная штука. То, что психиатры называют психозом, есть состояние Нового года, состояние временной душевной смерти индивидуальности, которая возникает, между прочим, во имя возрождения. И если родные больного и его врачи будут иметь терпение, то тогда человек имеет шансы на возрождение. А если они попробуют прервать психоз с помощью психотропных препаратов, как мы пытаемся создать себе состояние божественного хаоса с помощью пьянки во время Нового года, ничего, кроме слабоумия, в результате не получится. И поэтому для того, чтобы быть богом или стать как боги, нужно иметь терпение. И это, собственно, главная заповедь. Конечно, сказки, только она гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Вот. И это, поверьте мне, еще далеко не все. Потому что вы удивитесь, но окостенение, то есть смерть сводных сестер Марфуши и их возвращение домой мертвыми, это тоже часть Нового года. Потому что, когда возрождается время, то возвращается хаос. Страшный дракон Тиамат, Варуна и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Как бы и это время... Никогда не обращали внимания, что принято в это время вспоминать ушедших родных. Ну, раньше было принято. Сейчас я уж не знаю, что принято.
а что не принято. Вообще чувство сакрального мы потеряли, поэтому безумие столько в современном мире. Ой, да, все равно это магическое мышление Данилина. Ну, как-то без него очень скучно жить, господа. Вот, хочу я сказать, что Новый год – это праздник мертвых. Ряженые в ночь под Рождество носили по домам кутью, да, просили хозяев их ответить. Или просто пели словословие Христу или колядки пожелания, а в ответ получают пищу или конфеты. Во всем католическом мире ряженые дети ряженными ходят в дома, тоже выпрашивая конфеты, им их, конечно, с удовольствием дают. Это славянский обряд, ну, я понимаю прекрасно, что вы все читали, конечно. Ну, это очень хорошо описано в ночи перед Рождеством Николая Васильевича Гоголя. Ну и, конечно, в Российской империи действовал закон, вы все это знаете, в дореволюционной Российской империи, который запрещал в навечерие Рождества Христова, цитирую я, и в продолжении святок заводить по старинным идолопоклонническим преданиям игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни. Так вот, эти самые ряженые, которые пели соблазнительные песни, производили пляски, изображали мертвых. Как бы сказали сейчас, это были зомби. Да. И дети тоже, которые приходят выпрашивать конфеты, изображают души мертвых, потому что нужно воссоздать хаос. Первичный хаос для того, чтобы вновь сотворить мир в эту нулевую точку Нового года. И, конечно, хаос означает, что время отменяется. Раз время отменяется, мертвые снова живы. И в эти ночи можно научиться общаться с ними, и проще всего общаться с ними, потому что они снова возвращаются домой и на землю. И об этом в символическом виде рассказывает народная сказка «Морозко», между прочим. А вот... А еще, последняя, наверное, важная мысль, я от вас отстану. Еще это безвременье двухнедельное, наши новогодние праздники. Или то, что у нас называется святками. Их тоже 12 дней, они с 7 по 19, от Рождества до Крещения. И этот период считался когда-то самым-самым гадальным на свете. Да? А еще во время святок, вы, наверное, знаете, это в деревнях сжигали соломенный сток. Вся родня стояла кругом в благовейном молчании, пока солома не сгорала полностью. В этой соломе сгорали все грехи семьи, а еще по древнему поверью умершие предки приходили в это время погреться у огня, зажженного их потомками, и могли способствовать и удаче семье, и счастью, и плодородию. Поэтому, когда вы сжигаете рождественские свечи или вообще что-нибудь сжигаете на Рождество, помните, к вам может прийти кто-то погреться. Вот. А еще эти 12 дней, и об этом писали многие этнографы, они соответствуют 12 месяцам будущего года. Поэтому у нас 12 дней святок. Поэтому в них так хорошо гадать.
А вообще это очень древняя традиция, это описано в Ведах, и что среди зимы в Индии выбирали 12 дней, вот это новогодние дни. Хотите, хотите безвременье между юлианским и григорианским календарем, хотите святки, в которых каждый день соответствовал месяцу. И поэтому в эти дни можно было запланировать, то бишь создать следующие 12 месяцев. Задать каждый день то, как пройдет определенный месяц года. И уж, конечно, вы все помните не только фильм «Морозко», но и фильм и мультфильм «12 месяцев» по сказке. Мультфильм, кадр из которого я привожу, создан гениальным Ивановым Вано по мотивам одноименной сказки и пьесы Самуила Яковлевича Маршака, который говорил, что он эту сказку подхватил, услышав некоторую, какую-то, либо чешскую, либо словацкую, богемскую легенду о 12 месяцах. Ну, я уж не стану пересказывать, с вашего разрешения, 12 месяцев, и скажу только, что именно об этом и речь. В эти дни сходятся вместе 12 месяцев, и их можно построить, запланировать, поговорить с каждым из них, попросить каждого из них о чем-нибудь вот эти 12 дней вокруг Нового года или вокруг, конечно, Рождества, то есть у нас во время святок. И это древняя легенда, которую, правда, никто не нашел, в общем, да. Но суть заключается в том, что легенда, правда, есть, легенда очень древняя, легенда ровесница ведам, и легенда эта повествует о том, что в 12 этих странных дней не только к нам приходят предки, не только мертвые возвращаются на землю, но и мы можем создавать себе месяцы. Поэтому учтите, пожалуйста, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, распространяется еще на 12 дней от Рождества до святок. Ну, или заканчивается вместе с Рождеством во время хаоса между двумя календарями. Ну вот, а еще я хотел, я очень почитать простую мысль Ирины Селены, которую она прислала нам на нашей маленькой нашей группе в WhatsApp, вот, которая мне тоже кажется имеющим полное право на существование. Внимание, вот что пишет Селена. Интересно еще деление дочек на Старикову и Старухину. Двух девушек можно рассматривать как разные стороны одной женской души. И окажется, что Старухина дочка – это результат материнской гиперопеки, а Старикова – отцовской требовательности. И как ни крути, первая должна погибнуть, ибо для жизни непригодна. Так что Марфушенька-душенька в нас жива, однако бесплодна. И да, некий хихикамори, скорее-скорее запершийся в уютной каморке. Ну вот, так что двух дочек. И вообще можно противостоять с какого по какое святки Господь с вами. С 7 по 19, с Рождества до Крещения. А 12 дней, это меня спрашивают, да? Да, и Хэллоуин тоже имеет к этому, конечно, непосредственное отношение. Это хаос, да, и возвращение мертвых. Александр, для совершенствования нам нужен психоз, да, или что-то вроде. Что-то очень похожее, сейчас не имею возможности рассказывать так подробно, потому что были перебои, я опять затянул. Я поздравляю вас с Новым годом,
читайте «Илиаду». И напомню, люди, правда, очень маленький тираж. И, конечно, мне бы больше всего хотелось, чтобы зрители нашего канала эту книжку приобрели, может быть, и для себя, и для того, чтобы подарить своим психиатрам. Кто знает, вдруг в душе у людей что-то еще может измениться. Не все потеряно. Вот, с Новым годом. Пока перерыва больше не будет, и в ближайшее время мы опять встретимся на наших умных посиделках. Спокойной ночи.